Самая популярная блондинка советского кино. Актриса Татьяна Догилева к медицинской профессии никакого отношения не имеет. Но когда на ее глазах случилось ДТП, она тоже спасла человека. Взялась довести до больницы одну из пострадавших. Все случилось поздним вечером в Молдавии на трассе Бендера-Кишинев. Догилева тогда снималась в картине «Вам телеграмма». Ну чего, слышала уже, наверное. И возвращалась со съемок вместе с режиссером фильма Борисом Кононовым на его машине. Вдруг прямо перед ними грузовик столкнулся с легковушкой. Увидев страшное ДТП, Догилева, не раздумывая, скомандовала: «Стоп! Надо помочь!» Чтобы не тратить время на ожидание скорой, актриса с режиссером решили сами отвезти пострадавшую женщину в больницу. Позже Татьяна признается: было страшно. Но тогда в машине она даже ни разу не ойкнула, еще и шутить пыталась. И только в больнице расплакалась, когда врачи сообщили: опоздая они хотя бы на 5 минут, спасти потерпевшую не удалось бы.